Омега-Кью. Не весь рыбий жир одинаковый. Большинство производителей рыбьего жира дают приоритет прибыльности, а не качеству. И используют рыбу, выращенную на фермах. У рыбы, выращенной в ограниченном пространстве, содержание токсинов гораздо выше, чем у океанической. В действительности, токсический остаток в рыбе, выращенной на фермах, значительно выше количества, которое присутствует в океанической рыбе. Фермы просто переполнены рыбой, а это ведет к болезням и травмированию. Там рыбу кормят антибиотиками и химическими веществами, защищающими от паразитов, например, морских блох, от инфекций кожи, жабр и от других заболеваний, которые также являются негативным результатом переполнения ферм рыбой. В этой рыбе содержатся наркотические вещества и гормоны. А еще ее модифицируют на генном уровне, чтобы ускорить ее рост и изменить репродуктивную функцию. Зная все это, вы, конечно же, можете пойти в магазин и купить рыбий жир, но я бы этого не делала. Даже если вы его найдете, вы все равно не застрахованы от токсичных веществ. Многие используют в производстве крупную рыбу, например, китов, а они содержат очень много токсинов. Конечно, наши океаны очень загрязнены, и океаническая рыба также полна химических веществ. Это значит, что в рыбьем жире содержится свинец, ртуть, фенциклидин и токсины из окружающей среды. Производители рыбьего жира должны с этим как-то бороться, потому что это вредно для вас. Поэтому они очищают продукт. И чаще всего с помощью химических веществ, например, гексана. И что же дальше? В остаточной форме гексан разрешен официальными инстанциями, ведь он удаляет тяжелые металлы. Но остаточный гексан в рыбьем жире при длительном использовании препарата может накапливаться в организме и в итоге наносить значительный ущерб нервной системе. Зная, как важно найти чистый источник омега-кислот, мы стали использовать только чистейший рыбий жир с омега-3 кислотами, содержащийся в мелкой рыбе. Мы берем сардины и анчоусы из вод перуанского побережья. В отличие от крупной рыбы, у этой рыбешки не было времени, чтобы накопить в тканях большое количество ртути. Мы получаем рыбий жир от единственного производителя в мире. Свой метод очистки с помощью низкотемпературной сухой ферментации он даже запатентовал. Это не только гарантирует сохранность, но и обеспечивает нас продуктом высшего качества, без вкуса, запаха и неприятных последствий. Все только хорошее и ничего плохого.